Меня зовут Ольга. Я пришла в метод по рекомендации своей подруги. Вот. Был микроинсульт у моей дочери 7 лет. Ну, 6 переходом на 7. Вот. Я показывала уже, значит, давала интервью по поводу там первой ступени, где прошла первую ступень. Приехала с Лерой стат-специалистом, она с ней позанималась, потом приехали на втором модуль, уже совсем был другой ребенок. На третий приехала, ну, наверное, уже модуль для того, чтобы какие-то техники уже выучить. Уже для себя, уже больше кому-то уже помочь, потому что если есть такое вообще, такой возможность, нет. Потому что у нас вообще, мы приехали по причине болезни ребенка в город Волгоград, и там в Волгограде нет ни одного специалиста. Мы ходим к неврологу, невролог нам говорит: ой, вы поедете в клинику к Лоскутову, я слышала, ну давайте обучайтесь, я вам буду там рекомендовать вас. Ну, она говорит: да я же пошла из-за ребенка, то есть я пока не готова с детками как-то со своим, да, потому что это вот твой ребенок, это вот ты делала за него все что угодно, и какие методы, и что мы там не прошли, это вообще. А сейчас ребенок мой уже раньше, когда она замкнула себе при микроинсульте, она какие-то там делала поделочки со скотчем, все в своем мире, то есть с детьми не обращалась, ну, уже не игралась. Какой-то другой мир там, вот, дверь перед нами закрывала, с нами общаться не хотела, в гости мы ходить не могли, потому что она говорит: мы пошли домой, я лучше дома буду одна, то есть вообще не было. Сейчас она уже приехала сюда вот уже неделю, она говорит: все, поехали, я тоже хочу к подружкам. Видишь, я здесь общаюсь, я тоже хочу разговаривать, то есть тоже надо идти уже больше. Вообще-то мы ушли от таблеток, то есть вот как мы перестали в сентябре таблетки, мы пришли в первый модуль, так мы до сих пор не пьем никакие таблетки, никаких ФК, никаких растяжек, никаких фенофорез, мы просто от них ушли. У ребенка были постоянные синяки, потому что было выше сердечное давление. Я вообще вот честно приехала на первый модуль, вот не верю, от всего, как-то вот просто устала уже, и когда какой-то раз я села, и больше как-то устала, потому что он плывет бы такое, чтобы вот можно было брать раз и вылечить. И вот мне подружка, я прям приехала, собралась, ну просто, и это первое что-то. Вот, просто я не знаю, вот, все мы уже прошли, и когда это все случилось, я каждый день только спала, что с ним первого модуля, и ждала от нее синяки на глазами, прям вот ждала, думаю, что-то какую-то прям фигню, сейчас думаю, куда там поехала, ну ладно, где-то там. Мы что-то делали неправильно, специалисты проделали курс сеанса. Я ждала, думаю, сейчас опять эти синяки, сейчас опять эти истерики. День, два, три недели, месяц, я сама ее душу. Купила кушетку, все, вот я с ней прорабатывала, с ней проговаривала. Все.